Армения не была союзником, то есть формально она была членом УДКБ. В каких вопросах Армения была союзником, непонятно. Вот. А потом ситуация, она же подвижна. Сегодня, в данный конкретный момент времени, ну, понятно, руководство Армении заняло такую враждебную позицию по отношению к России. А представим себе, что завтра, например, сменят власть в Армении и появится, может быть, другая группа власти. И изменится ситуация. Вот, поэтому, как бы вообще, как бы смысл не в этом. Причем здесь союзник, не союзник. Все очень относительно. И у России нет позиции. Ни в отношении Армении, ни в отношении Азербайджана, ни в отношении Грузии. Потому что работают лоббисты самых разных структур. Полная фрустрация в органах власти. Непонятно, кто за кого. Вот, поэтому, когда мы говорим «союзник России», это вообще непонятная формула. Какой России союзник? Вот. Россия вынуждена уйти с Южного Кавказа. Вот главный результат. У России не было никакой политики в отношении Южного Кавказа. Последние, ну, то есть принципиальной политики, понятной политики, последние там 30 лет в отношении Южного Кавказа. Все. То есть она была наблюдателем. Наблюдателем во время, как только начали резать армян в Сумгаите, в Баку и в Генжи. Потом наблюдателем была, когда Карабахская война была. И все это время Россия была наблюдателем. Ну, да наблюдалась. Сейчас вынуждена уйти с Южного Кавказа. Вот и все. Трагедия виновата руководство Армении, прежде всего. А Россия виновата в том смысле, что политики не было на Южном Кавказе, и ее и нет. Вот и все. Поэтому в чем обвинять? В том, что они, как сказать, российская сторона ничего там не делала. Ну да, тоже косвенно виновата, конечно, естественно, раз она ничего не делала. Вот. И переиграть там кого-то, никого она переиграть не может Россия, потому что нет никакой игры. Игра в России только у одного человека, понятно, у президента. Во что он играет, он не рассказывает. Поэтому нет никакой игры. Никого она там не переиграет в этом самом регионе. Вообще играть даже не будет пытаться. Вот. А сваливать все на Россию... Правительство Армении, которое, ну, имеется в виду группа Пашиняна, которая последовательно выдавливала отношения с Россией, блокировала эти отношения, понятно, в направлении Запада. Вот он к этому стремился. Все остальные вопросы были второстепенными. Война была второстепенной для Пашиняна. Арцах был второстепенной проблемой. Он занят другим. Он занят переформатированием Армении, переворачиванием ее в сторону Европы. Но это его задача БЗИК.